Пойди напротив. Лучше стаканчик был на половину пол. Это я тебе как оптимист говорю. Паша, ну ты тоже смотри аккуратнее. Паша, перерыва нет никак. Ну да. Можно попасть в розетку, что такое, за скалетом пустую. Там уже было. Если что, я тебе дам розетку накрыть. Там уже и дождь шел, и Дима ракал, воду выливал, все нормально. Ну подожди, они что, мои спонсоры?
Первый забор. Спасибо тебе, какой номер был? Ниже. Нет,
Лево, лево, лево! Гора, гора, все, держи, 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 Влад. Влад, узнай Влад. Валим. Валим. Да, конечно, так. Хорош, хорош. Давай с сирочками. Валя! Да, я тоже жду Петруль. Там просто есть Жик был, Жик возле меня. Жик нужно было вправо уходить, я не готов. Жек, в этот момент должен подойти. Я заливать, понимаешь, что... Следи, Сережа, твой... Что вы делаете? Ну, проверь, да, вот тот вот. Что, твой смотри? Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Исполнение. Нет, нет, нет. Чека! На моем. Лево, Саша, дальше, Саша. Лево, Саша. Здесь у меня. Серёга, Серёга, поуже сзади. Центру. Назад. Что это? Сюда. Ближе, 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 ближ
Не надо, Серж, не выдумывай! Вратил к нему! Хорош!
Здорово, здорово, здорово. Парни, бейте, бейте, Женя, бей больше. Так, парни, алло, доиграли спокойненько, куда вы несете? Перед ним не бросаться. До конца карт. Давай. Назад. Карт встречай. Ой-ой-ой! Миша, наш мяч! Давай, сиди, сиди, сиди! Миша! Кто справа? Кто справа? Карл, давай право, это твой игрок, Карл. Саша, лево. Играй, алло! Втроем, набирай, Саша! Втроем! Давай, Женя, Женя! Давай, Женя! Давай, давай! Давай! Женя, назад! Толкает спину! Спину толкает! Ты красная куча! Последняя минута! С ударом! Хорошо! Назад! Работайте минуту! Ну что? Саш, него! Саш, него! Давайте, минутка, доработайте на ноль! Алло! Давай! Красный дырчик! Дай! Молодчик! Слышишь меня? Спокойно! Куда? Yeah.
Давай! А я помню темный с колечком. Четыре даже будет. В принципе, можешь закрывать, скажешь, чтобы присмотрели. Иди так, четыре. Ну, хорошо, давай. Ну, я думаю, сесть. Иди, Тёмочка! Вот Зинчик! Не бросайся! Аня, Серёга! Человек! Пойдёт! Ага, ворота клинки! Помогите мне под него! Эй, спина! Не все, по игрокам сразу, Ваня! Всё, пойдёт!
Просто... Или как эти. Да. Просто... Саша, Жека, там надо поменять. Да, Лё. Аккуратно сзади. Серёж, возьми, Серёж. Жека, сзади. Да мы только сели, Лё. Слышь, как я поиграть? Что мячик давно не вылетал. Пауза, пауза! Макс, блядь, не обыгрывай-то! Макс, просто сыграй! Не надо, пока сохраняй мяч. Пять, парень, Знаешь, что за правила ветер? Андрюха, иди цепляйся на вратаря. Лёха, бросай туда. Андрюха! Блять! Сзади гори! О, какой! Третий, да? Второй стоит. Второй. У вас один у них. Андрюха! Лёх! Не отдавай мне дарак, не отдавай! Давай! Назад, давай, Саш! Назад, блядь! Смотрите.
Я не говорил, что ты не подожди, не помню. Дим. Дима. Опять твои. Я просил, там как раз приводят и подпечек, и или нет? А потом расскажем, какой рыба. Ну, ну дай. Прикол, дай ключ. Вот тот, который на кадре. Сейчас, блядь, поле почти забивать. Вот так. Папа. Да, у нас тут стоишь, а не стоишь. Сейчас. Давай.
подъем, блядь! Макс, давай. 4,5. Снижение поменяй. Давайте старт, не мать. Ничего страшного, давай. Делали финал. Ну так, Саша, блин, они обедали, тут вдвоем стояли, Саша. Хорошо, где Родя первый? Где первый, где второй? Где Давай. Больше удара. Даня. Назад. Давай, Юрочка, теперь минут. Все на план, я говорил! Зажать! Да, нужно. У нас нет, к сожалению. Давай. Твой право. Право твой, так. Ближе к нему, ближе. До конца. Ирать! Я там против. Здесь! Серов, ходит справа. Андрей есть, Юра. Держой. Так, слева. Знаешь, такой. Право два. Мы заслужились таких фильмов, да, там, когда свой с добрым. Ну ты, наверное, был бы в роли доброго, да? Ты был бы в роли доброго и слабого, а я злого и сильного. Ну добро бы победило, да? Ну хотя бы не раз, проигрывал бы, да? А вроде красивый фильм, да? Последняя минута! Через бой там, со сломанной ногой. Миша, минута осталась! Осталось минут! Даня!
по металлическим конструкциям. Поджимай! Там есть укладники, да, вот этого. А у всего в команде 5, да? Завернули нас. Ну, вот скажите, задачу поставлю на шоу. Отвечайте, пацаны! Бери! Голе, уходи! А все, не держи! Саша! Вот игрок был! Денис! Денис! Да нет, ну что? Да! Что так? Что так, пацаны? 10 секунд осталось!4-0, как так получилось, что не удалось выиграть вам? Ну, не хватало концентрации нам, и проиграли за собственных ошибок. И так много уехал на моря, не было замен достойных. В принципе, спасибо ребятам за год, то, что тут поиграли. В следующем будем сильнее. Команда вас переименовала, с чем это связано? Даже не знаю, наверное, чтобы что-то завоевать. После 0-4 вы немножко расслабились, возможно, или недооценили, думали, что выиграли уже? Да, конечно, это всегда так. Забили 3, начинаем 4-0, и уже где-то концентрация потерялась. Но ничего, это будем учиться на собственных ошибках. Какие планы у команды в дальнейшем, где будет заявляться, где будет принимать участие? Ну, будет сбор команды, пообщаемся и будем решать. Сейчас не могу ничего сказать по этому поводу. Какая у команды была цель, в принципе, на этот турнир? Довольны своим выступлением? Довольны выступлением, но недовольны сегодняшней игрой. В общем, первый тайм, два разных тайма получилось. Хорошо, спасибо, удачи. Да, спасибо. Бомбардир. Выиграли такой матч, поделитесь впечатлениями. Впечатления самые яркие, конечно. Хочу поблагодарить в первую очередь, конечно, соперника. Мы очень сильно, очень резко начали. Хорошо, мы, честно говоря, даже не ожидали такого начала. Пропустили. Ну, конечно же, хочу поблагодарить свою команду за волю к победе, за характер. То есть очень тяжело начинали мы этот турнир.
но к концу все больше и больше набирали. То есть, пацаны, спасибо. Почему такой сборной иронии серьезный? Как-то вас мало было немножко сегодня замен, не хватало явно вам. Ну, если обратили внимание, то, в принципе, это наш постоянный состав на игру. Замен мало, это наш стиль. Да, не собрано начали, но опоздали были такие. Больше опоздали ребята. В перерыве что сказали ребята, что они завелись, побежали? Вспомнили, что мы команда, есть характер, есть воля и желание победить. Как вообще турнир, организация, какие-то добавить, что хотели, возможно, не хватает? Все здорово, тенька не хватает в жаркое время, а так, в принципе, спасибо, все хорошо. Хорошо, спасибо, удачи команде.